Итальянский и латиноамериканский бизнес может претендовать на преференции субсидий в Татарстане. С послами сразу 13 стран сегодня встретился Рустам Миниханов. Гостей президент принимал в Казанском Кремле. Говорили о бизнесе, о спорте и туризме. Вопрос о строительстве мусоросжигательного завода в Татарстане решен. Его возведут рядом с Осиново в Зеленодольском районе. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор АГК-1 Игорь Тимофеев. Общественные слушания по самому проекту пройдут в мае-июне. Чтобы увидеть игру Роналду и Месси, нужно получить паспорт. В апреле в Казани откроются сразу два дополнительных центра выдачи паспортов болельщиков. Один в международном аэропорту «Казань», второй на стадионе «Казань-Арена».